Всем привет! Вы на канале Марта Ми, и сегодня я вам хочу рассказать историю по поводу моей мечты. А какой? Вы сейчас узнаете. Это и есть мечта. Это история как раз про мою мечту. Моя история. Я хотела много раз, с самого начала 4 класса, хотела сережки, как и у всех одноклассниц, потому что только я и Диана Соловьева, мы не были сережками. И знаете, меня очень огорчало, потому что я тоже хотела, как и все девочки. Вот, я очень много мамы просила. А это была осень. Естественно, начало 4 года. Вот, и я просила у нее. Мама говорила, что это очень больно. Я говорю, я знаю, но мне очень хочется. Я не хочу быть как другая девочка. Я хочу быть как все. Я имела в виду, что я хотела быть такая же девочка обычная, как с сережками. То, что я их очень люблю. Бабушка, наоборот, протестовала, чтобы я их не носила. Вот. И потом мама позвонила, сказали, да, можно. И мы поехали в эту медклинику. Там парикмахерская была еще. Неудивительно. Вот. И когда мы приехали на место назначения, пришли. Сначала приехали, а потом уже пришли. Вот. Мы зашли туда, и мне уже стало страшно. И я понимала, что это будет больно, но я терпела. Когда мне сделали первое ухо, вот это вот, я очень страшно плакала. Угадайте, почему? Я очень чувствительная. У меня организм очень чувствительный. Даже единая царапинка, и мне уже больно. Поэтому не пишите в комментариях, что я жила корова или что-то подобное. Знаете, я просто очень чувствительная. Вот, и со вторым ухом пришлось подождать, потому что я должна была дышаться, мне было страшно. Когда мне сделали второе ухо, я посмотрела на себя в зеркало. И знаете что? У меня там было красное лицо, но я была с сережками, с медицинскими сережками. И с ними я ходила 3 месяца. Так прошло 3 месяца, и это был знаменательный день. Почему знаменательный? Потому что это был Новый год, канун Нового года, 31 декабря. Ой, простите. Вот, так о чем я? 31 декабря. И мама сказала, давай мы уже оденем сережки, они эти медицинские. Я тут просто историю говорю. Короче говоря, Уля, знаешь, вот я сейчас рассказываю историю про то, как я сережки, и вот как раз я остановилась на самом моменте. Интересно. Так вот, все такое тролля-тролля, я там уже говорила. Вот, и когда был Новый год, короче говоря, мама предложила мне одеть другие сережки, не медицинские. Вот, прикинь, я по всей квартире бегала, как сумасшедшая. Я думала, что это не больно, вернее, думала, что это больно, и поэтому бегала, но сама согласилась, чтобы это поменять. Представь. А ты платье? У меня здесь вот. Так ты платье будешь, да? О чем? Вот, вот это вот штуковина. А я в платье? Это туника, можно так сказать. Вот, и... Я все-таки решила с платье. Но не в таком. Но оно не нарядное, не очень такое. А у меня вот эта вот штуковина, которая у меня здесь. Это Алина, что ли? Нет, это не Алина. Это кто-то другой из первого отряда. Да, это из первого отряда. Так вот, короче говоря, потом мне на Новый год мама так и поменяла сережки. Хотя я бегала как сумасшедшая по всему дому. Капец был. Ой. Ну ладно, на этом мое видео кончено. Пока.